Канобу.ру представляет. Ну что, погнали? Да, давай. Привет всем, в эфире предновогодний 42-й выпуск «Адовой кухни» на канобу.ру. Микрофона Виктор Зуев в костюме Снегурочки пришел с корпоратива. Всем дух старой республики. Георгий Добродеев в костюме Деда Мороза. Борода. Из ваты? Да. Ой, и я в костюме серого волка. Шил сам. Научился в Скайриме. Сегодня мы будем подводить окончательные итоги. Обсудим лучшие и худшие игры уходящего сезона. И расскажем о том, каких чудес ждем от грядущего 2012 года. Ну и начнем с того, что нам понравилось и не понравилось. Собственно, церемония подведения итогов объявлена открытой. Виктор, пожалуйста, начинаем с вас. Я чувствую себя как человек, который выходит на сцену Оскара. Да, совершенно верно. Пьяный причем. Достаю конверт. Роняю его. Достаю конверт. Тут написано «Скукотень года». Так. Та-да-да-дам. Gears of War 3! Да! Скукотень! Обоснуем за Gears of War, Виктор. Давайте обоснуем. Gears of War 3 для меня скукотень года выразилась в том, что я в нее даже не играл. У меня лежит копия. И как-то на фоне тех игр, которые вышли одновременно с Gears of War 3, ты знаешь, даже не хочется, честно говоря, открывать. Но в итоге я посмотрю, потому что, ну, все-таки серия именитая. Многого не жду, да, конечно. Скукотень... Не знаю, да? Ну черт подери. Скучно даже думать о том, что вот ты пока, там увидишь. Потому что опять локусты, опять большие мужики с гремящими автоматами. В общем-то, как-то нет. Надо что-то решать. Epic Games, надо что-то решать. Сделайте Тетрис, пожалуйста, такой оживляш. Вот они, ваши хваленые эксклюзивы для Вакса. А поговорим об эксклюзивах для PS3, пожалуйста. Да. Георгий, следующий номер. Да, эксклюзивы для PS3 год от года являются тортом и даже больше тортом с пирожной и картошкой. Хватит. Индиана Джонс года, наша номинация следующая, и уже в который раз ее выигрывает серия Uncharted. В данном случае третья ее часть — «Иллюзия Дрейка». Собственно, качество игры ни для кого не является секретом. И сомнением, да, о том, что, в общем, сделано все на высочайшем уровне, выжимаем из PS3 максимально, она греется, но не ломается и не горит, как чертов Xbox, и это замечательно. Встречный вопрос здесь у нас от прокуратуры. Можно? Встречный вопрос. От обвинения. Да. Играли ли вы в Uncharted 3? Нет. Вот тебе PS3 эксклюзив-то. PS3 эксклюзив. Даже да. Я играл в Uncharted 3. Собираетесь ли вы играть в Uncharted 3? Да, собираюсь. Собираетесь? Да, у меня лежит. Меня мамочка. Позовите. Да. Далее. Популять в обеденный перерыв года. Интересная номинация, в которой выигрывает Battlefield 3, дамы и господа. Одна из лучших мультиплеерных игр, которые я видел за последнее время. А видел я их одну, это Battlefield 3. Очень хорошо, очень, так сказать, хардкорно, но в то же время умеет поощрять приятными мелочами, вроде как вы получили плюс 10 к использованию автомата. Так приятно всегда, знаешь. Да, ну и... Можно вопрос? Нет, да, тогда, да? Ну, мы обсуждаем же сейчас, да, уже? Да, конечно. Но, понятно, да. Победитель-то да. Ясен. Номинация смущает. В обеденный перерыв. Успеем ли, что называется? Успеем, вполне. Конечно. Там есть хороший режим, который называется Team Deathmatch. Насколько я знаю, его не было в Bad Company 2. И он хорош тем, что ты не заморачиваешься насчет захвата флагов и прочим говне, типа там, давайте сейчас сядем в истребитель и упадем носом в танк. Вот. А ты просто бежишь на какой-нибудь карте типа Operation Metro и всех валишь. Очень круто. И вот она номинация. Счастье-то какое года! Мать вашу! Вот так вот, да! Как вы думаете, что это? Может быть... Да. Крестики-нолики? Крестики-нолики. Сапер 3.0? 3D. Думать нечего. Elder Scrolls 5 Skyrim. Да! Счастье так счастье! Фу, срок, да! Ну, мне кажется, что? Здесь нечего объяснять. Ну да, это счастье, и оно продолжается, и черт подери... Не спешит кончаться, честно говоря. Я, честно говоря, сейчас уже
мы объясним, почему в дальнейшем прекратил сейчас играть в Skyrim, но периодически наталкиваюсь на ролики в Ютубе. Я обязательно их смотрю. Как сказал Георгий 10 минут назад, не в микрофон, это самая цитируемая игра года, в принципе. Да. Столько мемов и там вот монтаж на тему самом деле, сроды. Мем-то один. Ну, не мем, а два. Это стрела в колено и посрада. Да. Но он разошелся уже, не знаю, миллионами. Наверное, да. Я смотрел на Ютьюбе, как чувак сделал скины Зоидберга, посадил их на крабов вот этих вот местных. Мат-крабы. Да, грязи-краб. Да. Он сделал из них миллионы зойбергов, причем, видимо, как-то их там размножил, потому что какие-то огромные россыпи. Вот, швыряет них... Россыпь зойбергов. Да, швыряет в них фусраду, причем сделал аудио всякую, да, аудиомонтаж, слышны зойбергские реплики. Ну, то есть это круто. Я вот не прекращаю смотреть все ролики по Скайриму. Главное, а сырные шарики видели? Главное, чему... Нет, еще не видел. Сейчас я закончу. Чему я не устаю поражаться? Красоте. Красота. Это самая красивая игра, которую, наверное, я видел за все эти годы. Настолько это просто в жопе слиплось, честно говоря. Ну, то есть я вот немного устал от Скайрима, но только потому, что уже настолько сладко просто все это, что уже просто, блядь, невозможно. Не, ну еще очень... Крутой момент, то, что фанаты все это дело поддержали, и вот есть у нас скины Зоидберга, и даже вроде как есть мод, где тебе нужно орать все слова драконов в микрофон. Это не мод. Чувак подключил к этому делу Kinect. Не, это понятно. Так это официальное? Да. Официальное? Не, неофициальное, естественно. Что у меня есть Kinect? Нет, неофициальное. Могу себе представить реакцию соседей. Нет, абсолютно. Усру, да! И люстра такая на голову. На! И усилки на микрофон. Вот. Приходит мусорат и такой, ёл на них. Они сгорели. Далее. Пожалуйста, Георгий. Номинация «Я танцую голый пьяный на столе дуба-дуба-е». Очень длинная номинация. Deus Ex Human Revolution. Практически как название этой игры. Тоже. Вот если есть счастье, это какой год, то «Я танцую пьяный на столе» — это второе место в, так сказать, восторге. Да, по степени восторга. Мы все помним ролик на Ютубе про танцы главного героя. Да, я тоже об этом думал. Да. Кстати, эту музыку нужно ставить в клубах. Но тем не менее, объясните мне, дураку, как расшифровать эту номинацию. Еще раз говорю, счастье это какое года, это типа оверкил, а «Я танцую пьяный на столе» года — это второе место в радостной номинации. А, то есть это по степени. Это типа степень. Это ачивмент. Степень. Такой. Совершенно верно. Совершенно верно. Хорошо. Да. Но Deus Ex. То есть, если вы пьяным на столе не танцевали от того, что вышел Deus Ex. Вы гей. Вы не поняли вообще. Женской любви. 11-й год прошел мимо. Давайте обсудим, да? Да, ну, собственно, великолепный геймплей. Абсолютно идеально. Идеальное прохождение игры у меня было. Я играл там 4 или 5 ночей. Ты комбатом играл или стелсом? Стелсом играл, старался максимально по стелсу проходить. Натравливал... Но последняя миссия... Нет, это другой вопрос. Но я хочу услышать это. Да, но... Убивал? Там есть очень простая тема. Они к тебе бегут, они бегут через такой маленький проход. Ну, вот этот проход контролишь с чем угодно. Гранатами, там, вот убийством, этим. Ну, конечно, убийством. Да, убийством, какими-то особенными скиллами, и все. И как бы никаких проблем. Это я и хотел услышать. Да, нет. Ты убийца. Ты убийца. Да. Ты убийца. И спортсмен. В общем, Deus Ex Human Revolution — отличная игра с великолепным геймплеем, со спорной концовкой, которая многим может очень понравиться. Мне лично очень сильно не понравилась. Но в качестве второго места в нашем... Счастливом топе после Скайрима она, так сказать, плотно обосновалась, и мы ее оттуда убирать не будем, даже если вы будете просить. Дальше. Как? Следующая номинация звучит следующим образом. Вот что-то не то! Речь об игре Might and Magic Heroes 6. Вот я не знаю, здесь хлопать или как это, вот номинация, она вот какая, вот хорошая? Ну, она нейтральная. Она вот что-то вот вроде бы все есть. Ну что тут не то, понимаешь? Что-то я даже не хватает. Знаю, что-то хорошо, духовность, вы играли? Души нет. Вот оба вы играли? Я играл.
Да, и до куда ты прошел? А я мимо проходил. Где-то до третьей или до четвертой миссии. Ты за Некрополис прошел компанию? Нет, ты же начинаешь компанию за долбанного рыцаря. А вот тот уже. Подожди. Петя, не сдавайся. Он тебя сейчас кладет какими-то суперударами, а ты за Некрополис проходил. Может быть, он Некрополис? Причем здесь это, если да, я играю? Этого Некрополиса в игре нет, наверное. Подожди, Петя, не сдавайся. Я играл там несколько часов. Для этого достаточно понять, что игра что-то не то. Я чудесно провел время. С кем? С расой Некрополис в Might and Magic Heroes 6, которая дала, наверное... Подожди, ты за последний... компанию проходил? Да, компанию. Я, на самом деле, вот челлендж при игре за Некрополис, это продолжение компании, где-то, наверное, 4-я, 5-я, 6-я миссия. Ну, где-то так. Я очень давно такого челленджа в ПК-гейминге, на самом деле, не видел. Окей, позиция спорная. Скажу так... В любом случае, игра достойна внимания, просто потому что это герои, можно к ним по-разному относиться, но их надо любить, я вот так скажу, авторитарно. Heritage! Помни свои корни, мальчик! Вот именно. Следующая номинация, ее озвучивает Виктор Зуев. PC Only and Forever. В этой номинации, ну, безусловно, и всегда будет выигрывать Total War, любая игра из серии Total War. В этом году это игра Сёгун 2. Честно скажу, провел за ней часов 30 в средней кампании. На максимальной кампании, наверное, провел часов бы 80, ну, сколько же и в Скайриме. И, честно говоря, завидую людям, которые вот фанатами являются Total War. Это такая, знаешь, закрытая, самодостаточная секта. Они живут от серии до серии, ну, в смысле, от выхода... From souvenirs to souvenirs. Да. От одной части до другой. И если проходить Сёгун 2 вот по чесноку, чтобы... Вот... А все остальное время они спят в гробах. Чтобы все выяснить, как там вообще все работает, нужно пройти за каждый клан и максимально, то есть, завоевать Японию. Ну, то есть, это я не знаю, сколько часов. Это действительно некий свой мир, в котором живут люди, и они о внешнем мире даже не думают вообще. Что, какие-то еще игры вышли? Чудесная номинация с открытым ртом до 5 утра года. Вот! Да, побеждает LA Noir от почившей студии Тим Бонди. Да, заслуживает аплодисментов, заслуживает. Парни. Лично для меня стало игрой года, и никакие Skyrim и Deus Ex... К этому мы вернемся. Да, не смогли этого изменить. Ну, в общем, чудесный инновационный геймплей. Такого мы не видели ни в одной игре практически до этого. Ну, то есть мы видели части этого геймплея везде и понемножку, но то, чтобы это все собрали и именно с таким сеттингом, и именно таким образом... И с таким смаком. И с таким смаком... И вот эта вот концентрация, вот это вот на персонажах, и вот это вот джаз легкий, хороший, который неплохой, да. Вот все вот это вот все. С оглядкой на Петю, да, сказал. Нет, такой, джаз хороший. Джаз. Оригинальный саундтрек там отличный. Тот хороший джаз, ну вот. И все прям вот подобное, так как это Rockstar, и, в общем, видно влияние продюсирования от Rockstar. Да, подобное ощущение именно погружения в атмосферу я использую в Vice City, который до сих пор вспоминаю как лучшая GTA. А вот согласитесь со мной, с таким конспиративным, да, немножко мнением, что вот то, что разогнали Тим Бонди, то, возможно, уволили, ну, в первую очередь, Макнамару, да, который делал, да, и L.A. Noire, и до этого вот эту игру, забыл ее, черт возьми, название, оно и не стоит памяти, про Лондон, да, их было две части, выходил на PlayStation 2, с ним. И Макнамару, и часть менеджмента. Но, скорее всего, основная команда, как это бывает в Rockstar, превратилась в Rockstar, допустим, я не знаю, назовите любой город. Rockstar, да. Челябинск. Да. Да. То есть, я к чему веду? Верите ли вы, что мы увидим LA Noire 2? Да, обязательно. Игра-то отличная. Да, я про это говорю, что LA Noire в любом случае закрепился, и мы увидим продолжение, и это здорово. Следующая номинация «Ух ты, красота года». В этой номинации выигрывает игра Bulletstorm. Я говорю о том, что Bulletstorm — это масса впечатлений положительных. Я в Bulletstorm играл, знаешь, с каким лицом? С вот таким вот. То есть я был блаженен просто. Вы не видите это лицо? Вот. У меня тоже вопросы. Почему красота? Давай
расшифруем, что мы подразумеваем под красотой. Но это потому скорее... что красота, честно говоря. Я подразумеваю именно то, что называется вау-эффект. То есть все, что происходит в Bulletstorm, любое событие, любая перестрелка. Да, это рельсовый шутер типа Modern Warfare 3, условно говоря, да? У тебя нет альтернативы, да? 10-го пути. Нет, ты можешь быть изощренным в убийствах врагов. Uh-huh. То есть ты можешь его жопой на кактус посадить, можешь его ебнуть хлыстом, пнуть ногой, расстрелять из гранатомета, обвить его цепью с гранатами, и потом каждый из его ошметков подстрелить из снайперской винтовки. И после этого заработать дохуя очков, купить все новые патроны и дополнительный убер-заряд для какой-нибудь... То есть купить патроны, пока он в воздухе, да? Такой, дайте мне еще вот эти. Конечно. Вот. Такой, на, говно. Конечно. Отлично. Вот, то есть прям, здорово. Прям очень-очень все круто. Есть вариативность внутри этих рельс. То, чего не хватает Call of Duty. Про Call of Duty мы еще поговорим. И все это вызывает просто блаженство. Петь, я понял тогда, с чем конфликтует у меня это название. Ух ты, красота года. Потому что все, что ты рассказал сейчас, это знаешь, как можно охарактеризовать? Не красота года, а такой красавчик года. Следующая номинация, которую я вот просто вот сейчас фактически от сердца скажу, и приготовьтесь. Итак, объявляю номинацию. Сука! Выйди на консолях! Года! Ебал! Уже! В этой номинации безоговорочно побеждает «Ведьмак 2». С огромным отрывом. Просто. С огромным отрывом от всего, по-моему. Для меня этой игры не существует в 2011 году. Она для меня не вышла. Я в нее не играл. Я хотел. Я честно признаюсь. У меня есть PC, да. Я думаю, ну ладно, хорошо. Мне подарили коллекционное издание. Как отказать? Все, вставляю диск, думаю, ну все, да хорошо, поиграю на PC. Ладно, ну почему бы и нет? Не работает, потому что гребаный PC-гейминг, потому что PC-версия, насколько мы все знаем, вышла глючная и прочее. Что, я буду разбираться, что ли? Все, я вот так диск взял и выкинул нахрен, оставил коллекционное издание, потому что в России оно действительно крутое. Оно очень красивое, там вот эта фигурка, не фигурка, точнее, бюст. Я поставил его на полочку, у меня рядом со Сталином такой. У меня есть такое собрание сочинений Сталина, и там лежит... И там сейчас стоит бюст Ведьмака. Да. Это очень круто, это здорово. Но сама игра, ребята, все мои претензии к PC-геймингу на самом деле исключительно из-за этого, что ты покупаешь игру, и у тебя дальше включается лотерея. Запустится игра или нет, ты не знаешь. Я не стал разбираться. Наверное, если покопаться на форумах, если залезть... Конечно. Наверное. Вот как ты рассказывал, да, сегодня... Замена драйверов. Замена драйверов, там, да, и... Но мы не должны забывать, что существует отдельная каста людей, которые в том числе являются нашей аудиторией, которые обожают это делать. И которые считают, что те, кто это не делает, это уебки гея и, ну, не знаю, они не понимают ничего в жизни. Ну вот, но потом, когда они вырастут, и у них появятся дети, семьи, девери и прочее, и когда у них не будет времени на то, чтобы на форуме писать гневные телеги. Ребят, у вас есть сейчас время на замену драйверов, потому что вы молоды. Потому что нехуй делать вам. Молоды, да, и действительно. Когда вы вырастете, зачем? Зачем вам тратить время для того, чтобы заменять драйвера? Вам хочется играть здесь и сейчас, когда вы ставили диск. Вот тогда мы с вами поговорим. Педерсия года. Короткая номинация. Печальная номинация. В данной номинации побеждает игра Dragon Age 2. Да, собственно, игра знаменита не только тем, что она мне очень сильно понравилась, тонкий лед, и мост, да, как это было. В общем, сама игра мне понравилась, но то, что в этой игре тебе откровенно навязывают гомосексуальные связи, ну, по-другому это просто никак, то есть тебе не то, что дают выбор,
тебе прямо навязывают, что ты такой, ну, с человеком разговариваешь, такой, может, того, такой, нет. Ну, ладно тебе, ну что и нам это? Ответ, да, все свои, и да, конечно. Все свои, да, и из трех ответов, как обычно, Боевер, два почему-то ведут именно к «да». Несмотря на то, что там, в принципе, не написано откровенно. На самом деле, там нет, там не написано откровенно. Там написано, типа, ну, да, может быть, я подумаю, там, и так далее. Ну, то есть, какие-то, ну, вообще... такие ответы, которые нормальные мужики не дают. Подводные камни, понимаешь, везде есть. Ну, вот, в этой игре, и мы... Это напрягает. Мы этого не одобряем. Номинация «Не торт года». В этой номинации, увы, выигрывает Rage. Честно говоря, мне уже надоело повторяться. Типичный случай, когда ожидания были вот такие, а результат получился самый обыкновенный. Хороший, но, с другой стороны, сложно упрекать самого себя в завышенных ожиданиях по отношению к компании id Software, которая с детства просто тебя ведет за руку по миру видеоигр, каждый раз дарит тебе праздник, и тут неожиданно получается... Ну, просто Rage. Ты вырос и понял, что Дед Мороз — это переодетый дядя, фактически, дядя, да, Коля. Да, Rage — это переодетый дядя Коля. Пьяный, да, уже. Да, да, да. И старый. Да, и который при этом лапает... Твою маму. Да, да, да. И ты такой, ну твою-то мать, ну совесть имей! Дед Мороз! И моя любимая номинация «Уработал года». Вот уработал, вот так уработал, и уработал, уработал. На двух кнопках уработал. И уработал, и прям и добиваешь, и добиваешь. И в этой номинации побеждает «Бэтмен Архем Сити». Да! Лучшая боевка. Вот каждая схватка – отдельная история. Вот причем... Точно такие же битвы были в Arkham Asylum. Теперь же нам фактически принесли это в Arkham City. И тем не менее, не устаю. Вот это фантастическое какое-то изобретение. Никто не устает. Фантастическое изобретение. Как так можно, да? Потому что ты устаешь... Ну, человек устает от всего, да? Это в его природе заложено. Каким-то образом разработчики Arkham City умудрились обмануть природу человека. Потому что мы повторяем те же движения, что всегда... Но почему-то нам это не надоедает. Да, сколько женщин у тебя было? Это хороший вопрос. Any crazy number. Достаточно. Достаточно. Нет, нормально. Достаточно, сколько чтобы... Тебе не надоело, да, одни и те же движения повторять. А знаешь почему? Да. Потому что эти движения ведут к удовлетворению. Поэтому Batman Arkham City тебе не надоел. Так ты не поешь, я готов с тобой сейчас поспорить. Ну-ка. Что... Ты имитируешь оргазм? Нет, что драки в Arkham City, они гораздо круче, чем секс в этом смысле. Вот даже так. Ты... Видите, мне кажется, мы скоро превратимся в всех, кто, знаешь, у меня там из серии «Цезарь 3», у тебя драки в «Бэтмен Аркам». А нам осталось Петра только, да, у Петра найти какой-то момент, который заменяет ему «Е». Кажется, я, да, я маскирую как-то очень хорошо. Да, ну какой-то у тебя есть наверняка. Да, рок-концерты. Соглашусь в том, что «Бэтмен Аркам Сити», безусловно, отличная игра, прекрасно сделанная именно в том, что в ней есть немалая доля хардкора, которая рассчитана ровно таким образом, чтобы ты заебался до смерти, просто проходить какой-нибудь момент, но потом с одного удара уработал бы так, вот именно уработал года, что года просто. То есть драка с Рас Ал Гулем, та же самая, кто знает, тот поймет, не будем спойлерить. Как мы любим. Как мы любим. Вот, сегодня все-таки праздничный выпуск, у нас корпоратив, опять же. Она очень долгая, она сложная, но в конце ты просто максимально удовлетворяешься. И искупаются все, вся вина разработчиков за то, что они так долго тебя мучили. «Пьяная драка года». Чудесная игра Mortal Kombat побеждает. Эта игра — это как раз обратка от Rage, когда твои ожидания не оправдались от компании id Software. А в данном случае ты, в принципе, особо ничего и не ждал. Да, я думал, что Mortal Kombat, да. Mortal Kombat для меня сколько умер на второй или на третьей части. На третьей части. Все вот эти трехмерные версии. А помните, кто там у них был в последнем трехмерном Mortal Kombat? DC Universe. DC Universe. Да, DC Universe.
Бэтмен, стыдоба. Супермен, стыдоба. Я после этого я понял, что все, Mortal Kombat не просто умер, а он... он эксгумирован, изнасилован и закопан в канаве просто. А знаете, почему произошел, так сказать, такое восстание мертвецов? Потому что компания Midway, владевшая лицензией на данный продукт... Скопытилась. Скопытилась, умерла и сдохла, и сожгла себя заживо. В силу своей финансовой несостоятельности. И после того, минута, как... Минута молчания компании Midway. Да. Ну ладно, хорош. Да. Да, в общем, хорошая была компания, но, к сожалению, деньги зарабатывать разучилась, видимо. А в итоге вышло то, чего мы ждали. Вышел, по сути, можно сказать, ремейк первых трех частей. Да. За сколько лет? За сколько лет? За много, за 20. За много, да. За 20. Ну, за 20. За десяточку. Нет, почему? Слышь, первый Mortal Kombat вышел на аркадных автоматах. Вась. Нет, но ремейк, да, если изначально, то есть у меня знакомство с игрой было точно дольше, чем 15 лет назад. Игра хороша тем, что вот, честно говоря, я ни в одну игру чаще, чем Mortal Kombat, в этом году не играл. У меня каждые выходные проходят под эгидой Mortal Kombat, каждая среда, она же маленькая пятница, проходит под эгидой Mortal Kombat. Я освоил ебаного Нубсейбота, я освоил ебаную Китану, это, кстати, третье исключение, которое я делаю в своем принципе, не играть за баб. Я освоил ебаного Бараку, я научился делать фаталити, я разлучил до хуя всякого дополнительного контента, я, блядь, прохожу ладдер, двое живых игроков против двух компов, я... Вообще тащусь по полной! Да, и у нас тоже эта игра развенчала миф о том, что в файтингах не может быть вменяемого сюжета. Абсолютно. Отличный, волшебный, отличный сингл. Божественный отличный сингл. Который объясняет все. Вот ребенку. Да. Это, такой, кстати, это вот... Эй, Петя! Ты помнишь, я тебе говорил, что у меня в детстве была игра Mortal Kombat, и у нее было 7 частей, из которых 8 было говном. Так вот... Тебе собрание сочинений. Парень, я впервые вообще понял, о чем речь шла в первой, второй, третьей части, да, именно благодаря вот этому Mortal Kombat. Да, да, да. Причем, судя по тому, что победил в первом чемпионате, да. Помните, была легенда, что победил Лю Канг. Это была такая, знаешь, легенда. Тогда не было Википедии, нельзя было проверить. И тебе какой-то школьник, да, твой друг говорит, победил Лю Канг. Это знаешь, как вот в матче Спартак-Барселон победил Спартак. Ты такой, что? И тебе школьник такой, да. И ты проверить не можешь. Не можешь ты проверить. Победил Лю Канг в Mortal Kombat. Да. А Слава, ты же знаешь, что Слава, твой сосед, который тебе это говорит, он тот еще мудак, да. Тот еще козел, вот. Реально зажимает постоянно все. Мне сопли. Мы жили... Ковыряется в носу. Да, это было... в жопе. Это было странное время, но вот сейчас все стало на свои места. Мы можем пройти Mortal Kombat и понять, как это все было. Следующая номинация объявляется Виктором Зуевым. Смешная номинация... копать года. Я ни разу в жизни не видел, чтобы слово ебать произносили просто с такой амплитудой всего внутри него. В этой номинации почетный, да, побеждает строитель кто власти. Или что бы вы думали? Не Майнкрафт. Ни разу. И не рандеву с незнакомым. Да. Побеждает Бастион. Но так написано у меня... А я буду хлопать. Я хлопаю, потому что... Копать это на самом деле не имеет никакого отношения к сексу и землекопству. Так. Имеет отношение к удивлению. Потому что это одна из... Ах, вот оно что, господи. Одна из немногих игр, в которые вот загружаемых именно там небольших, так сказать, инди-игр, в которые я играл посерьезочке. Прям вот, да, прям вот, ой. Ты попробовал, Георгий, поиграть? Нет, понял. Понятно, давай еще раз для слушателей, еще раз расскажем, что произошло. То есть, ебать, копать года в данном случае обозначает... Нихуя себе года. Да, то есть, неожиданность, внезапность года... И внезапно везде 95. Вот уж не ожидали, кто вы такие года. Да. Это Бастион, действительно, студия-новичок, студия...
сформировавшийся фактически недавно. Выдает, да там не без этого, скорее всего. Выдают игру, которая издается исключительно цифровым методом. То есть это XBLA и Steam. И получает огромное количество наград. То есть благодаря таким студиям, на самом деле, начнет развиваться цифровая дистрибуция стопудов. Совершенно верно. То есть эти люди, это пионеры. Ну и плюс... Пионеры нового пути. И, в общем-то, флаг им в руки. И... копать года. Плюс надо сказать, что в Бастионе отличный саундтрек. Потрясающий, просто необычный, неожиданный, опять же. Замечательный сюжет, интересная атмосфера и как бы занимательный контраст между тем, как все это подано, и тем, что это есть на самом деле. И это реально очень круто. Копать года. Да, я спортсмен, ломай меня полностью года, ты не смог унижать меня года. В этой номинации на самом деле побеждает два тайтла сразу. Собственно, NHL и FIFA в этом году показали, что серия, несмотря на то, что издается уже 10-й год, не планирует умирать и вообще не думает ни о чем, кроме как продолжать свое победоносное шествие, продаваться миллионными тиражами и не менять название. Главный вопрос в связи с этим. Гош, чем NHL и FIFA отличаются от своих предыдущих версий? Там все лучше, понимаешь? Это как ни странно. Самое главное то, что они с каждой игрой немножко тюнят физику всего того, что происходит. Это самое важное. То есть это же спорт, да? Это то, как ты взаимодействуешь со спортивным снарядом. С физикой еще. Да, но это на самом деле первоочередное. Но это на самом деле очень сильно меняет, в принципе, всю игру, которая у тебя есть. То есть, безусловно, не стоит покупаться на то, что там тебе дают несколько листов А4 с тем, что они там пофиксили. Вот теперь у нас на клюшке намотана не изолента, а вот то, что на самом деле намотано на клюшке. Или теперь у нас на трибунах сидит не один человек, размноженный в 10 тысяч раз, а там один человек, его подруга, его дед, допустим, и их типа трое. Ну вот я не размножен 10 тысяч раз. Ну, в общем... Дьявол в деталях. Да, там есть, соответственно, вот эти детали, которые заявляются, по сути, ну вот этот огромный список, это маркетинговая уловка. Но меняются реально, меняются 2, 3, 4, ну, в общем, ограниченный список вещей, которые ты можешь посчитать по пальцам. Но они, как ни странно, для геймплея, который репетативный постоянно, ну, по сути, да, у тебя же все тот же матч, один конечно, и тот же. Каким просто он может быть еще? Да. И вот они умудряются сделать так, что каждый матч действительно не похож друг на друга, и с каждой новой игрой он все не похожий, не похожий и не похожий. Следующая номинация – «Моча поноса слона коня года». В этой номинации... Слушай, можно я список сейчас еще допишу, кто в эту номинацию входит? Кого ты там вписал? Да я всех впишу, подождите. Это номинация, под которую подходят 80% игр этого года. Ну, из тех, которые мы более-менее ждали и слышали регулярно, это, естественно, Duke Nukem Forever. Говори здесь больше... Говорить здесь просто не о чем, честно говоря. Если вы не играли в Duke Nukem Forever, то и не надо. Честная номинация для меня. Говорю как на духу. Не играл, игра говно года. Portal 2. Небольшое объяснение. Да, не играл. Да, говно. Сейчас на меня, наверное, набросятся, скажут, ты вот такой, ты сякой. Не хочу играть. Ну вот заставьте меня в нее играть. Вот, пожалуйста, хоть в комментариях, я не знаю, хоть где. Gaming Informer, кстати, кажется, играл, игра года. Играл, да, да многие кто назвали. Играл в первый Portal. Ребята. Ты хотел сказать Mortal. Я знаю, о чем ты думаешь. Вот именно, я про это и хочу сказать. Ребята, нет бластеров, нету диалогов. Нет страшных пришельцев. Нет спасения галактики и такого «Шепард». Ты единственный, кто сможет спасти нас. Вот этого нет. Вот этого нет накала и такого, что вот из телевизора рука тянется к себе и говорит, ты должен. Ну вот все. Что хотите со мной, то и делайте. Boring. Режьте меня, убивайте. Подожди. Я хочу, чтобы, если уж мы будем погибать, то давайте вместе. Я с тобой. Ты со мной. Я поиграл первые две миссии в Portal 2. Так. Потому что он у меня есть в Steam. И, в общем, он меня не впечатлил.
скажем вот так. Так. Вот так. Отличные кат-сцены, отличные, ну, то есть, фокус на главных героев, которые, в общем, ну, непонятно... Которые не герои, по большому счету, да. Которые, по сути, в общем, ну, да, какая-то... M&M's красный и желтый. Да, да, да. И, ну, по сути, сам просто... Не покрашенный. Сам геймплей физической аркады, коим Portal является в красивой упаковке, ну, то есть, крестики-нолики, да, или Tetris от Epic Games, это практически Portal. Головоломка. Да, 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 это головоломка. Ну, вот, я не очень... я не любил квесты, в которых бабы не раздеваются. Вот, «Рандеву с незнакомкой» я очень любил. И Ларри, наверное. Да, и Ларри, да, тоже я очень любил. Я, кстати, любил квесты... И Виду, и Терезу. Нет, я любил квесты, и где не раздевается, нормально. Нет, но Портал, тем не менее, все равно. Ну да, но вот жанр головоломки как-то не привлекает. То есть мне, ну, вот оно вылетает оттуда, и влетает туда, и потом я туда прилетаю, и оказываюсь там, где надо. И я такой, и выключил. Да, и последняя номинация у нас. The Last But Not The Least, как говорится. Ну сколько можно уже года, в которой побеждает, опять же, с большим отрывом от своих конкурентов, Call of Duty Modern Warfare 3. Номинацию можно также назвать «Игра «Перестаньте покупать эту игру». Опять они спасают Америку от русских. Опять эти бешеные русские нападают. Опять они заработали 50 миллиардов. Опять у нас будут проблемы с продажей игры в России, потому что там обязательно есть какая-нибудь миссия, где убивают президента. Причем убивают таким образом, что вспарывают ему горло, потом кишки, потом в жопу. Там еще да, три абхаза. Да. В общем, да, все, что вы можете себе вообразить. Да, действительно, сколько можно уже. И я даже поиграл немножко в синглплеер Call of Duty, в мультиплеер не играл. Но вот, и могу сказать, что действительно, ну, сколько уже можно. Да, по сути, если бы у Battlefield 3 не было такого чудесного графона и такой чудесной мультиплеерной кампании, то Battlefield 3 мог бы стоять на одной ступени. Но он-то выпендрился, а Call of Duty нет. Раз, два, десять. Года. Записал. Да, и... Это была игра Star Wars The Old Republic! Я не играл, игра говно. Да, последняя. Успела практически в последнее окошко в этом году. Как медведь в теремок. Я уж как-нибудь, я уж где-нибудь. Игра фактически не попадает, да, в основной топ, потому что, ну, выходит в конце. При этом ММО, а ММО, естественно, не, ну, нельзя отрецензировать, знаешь, вот все. ММО говно, как мы пели год назад. Да, действительно. Ее нельзя отрецензировать вот так вот, поиграл и составить мнение. Вот. Вот. Но при этом я считаю, что ее стоит отнести к 2011 году в любом случае, потому что она... Но она вышла. Да, и она вышла именно в 2011 году, ее именно продвигали, и в 2011 году она, в общем-то, была именно готова. И она удалась. Отлично. Да, то есть BioWare, я считаю, что BioWare стоит похлопать, ребята. Несмотря на пидерсию года. Да. Парни неоднозначные. Не запомоились в этот раз. Потому что BioWare смогли совместить сингл, тот самый, который мы любим и лелеем, и мультиплеер. Вот я играю в SWTOR 1, да, большую часть времени. Бо-зо-бо. И не переживаю, потому что фактически для меня там созданы все условия. И не переживаешь. Да. Да. И мы на самом деле не рассказывали о ней исключительно потому, что мы в нее играли и ждали, пока у нас хотя бы какой-то период запоя пройдет, чтобы вам об этом рассказать. Следующее сообщение есть, так сказать, приватное практически. Вчера, в понедельник, 26 декабря, исполнилось 27 лет нашему дорогому другу Илье Овчаренко! Молодой еще! Молодой семьянин! Счастья тебе, дорогой! Здоровья и успехов! Друзья, у нас есть очень важное сообщение от Ярополка Раша, так сказать, владыки магазина Epic на Канобу. На Эпике цены на Steam-версии главных релизов осени и зимы, Call of Duty, Saints Row, крутой Сэм, Dead Island и так далее, ниже, чем на Steam. Обратите на это внимание. Так что за главными играми все на Epic, а всякое говно по доллару можете покупать в Steam. И еще одно важное сообщение. Никита
Чуешков, он же Next108 с Канобу, сегодня написал мне письмо трогательное. Я себя потрогал на эту тему. Никита уходит в армию служить родине, так сказать. Мужик! Пока вы, дебилы, воруете игры с торрентов, человек отрабатывает. В общем-то, мы желаем ему удачи. Никита попросил нас, если у вас будут какие-нибудь игры, которые вам не нужны, а у нас их много, понимаешь? Оставим, Никита. Оставим по-любому. По-любому оставим. Нет, нет. Вернешься, уиграешься просто. Нет, даже смотри так. Сейчас мы оставим какие-то версии, они же морально устареют, да, ну, через год. Нет. Как тимбельнешься, тебя будут ждать отличные новые игры обязательно прямо вот. Вот, вот так вот, да. Вот, да. Вот так вот. Приедешь в Москву, накроем стол, отметим. А Никита Чуешков, для тех, кто не знает, несколько раз выигрывал в наших конкурсах, присылал замечательные работы на разные темы. Очень крутые. Очень крутые. Очень крутые арты. И Шепард не гей, и что угодно. Прекрасный и талантливый юноша, является одним из администраторов нашего комьюнити ВКонтакте. Очень инициативный пользователь. Всем брать пример. В армию для этого ходить не обязательно. Но Никите мы желаем удачи. Давай, Никита. Молодец. Рубрика «Вы нам писали». Друзья, у нас Новый год на носу, я напоминаю, для тех, кто, там, не знаю, лежал в коме последний год. Есть следующие игры. Компания 1С Soft Club предоставила ключи для «Ведьмак 2. Убийца королей», «Властелин колец», «Цивилизейшн 5». Уй, сосед. «Властелин колец», «Цивилизейшн 5». Новый мод для «Цивилизейшн 5» разыгрывается. «Sonic Generations», «Elder Scrolls 5 Skyrim», «Worms» какой-то новый, не знаю, что это. «Duke Nukem Forever», который мы только что засрали. И «Rage», который мы только что засрали. А «Rage» я уже отдал. Поэтому «Rage» нет. Окей. Компания Electronic Arts любезно предоставила с широким русским размахом только один ключ для игры Need for Speed The Run. Что я могу сказать? Правила остаются прежними. hell@kanobu.ru для тупых. hell@kanobu.ru H-E-L-L Улала НЛЛ. Пожалуйста, пишите письма. Первые, соответственно, сколько у нас игр? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь игр. Первые восемь написавших получат игры за так. За дарма. Естественно, мы, конечно, парни добрые, но ваши подарки приветствуются. Как вы думаете, почему нет Рейджа? Почему нет одного из ключей для второго Ведьмака? Почему нет ключа для Трайн 2 от компании Акела? Не будем сейчас говорить еще кое-что, что не стоит говорить. Потому что нам нарисовали два офигительных арта в честь Нового года. И мы, так сказать, подарок за подарок. Вот, поэтому, пожалуйста, если у вас есть хоть грамм совести, подарите нам тоже что-нибудь. Нам будет приятно. И мы продолжим вещание. Да. А если не подарите, закроем. И ваше творчество, это, собственно... Войдет в историю. Это то, что, собственно, нас мы ждем. Это лучший подарок. Это то, что нас питает и вдохновляет. Лучший мой подарочек, это ты. Именно. То есть ваша реакция, ваш какой-то, да, посыл нам, это то, что мы, в общем-то, и ждем. Ценим больше конечно, всего. Конечно. Без вас, дорогие, господи, наши. Дома, куда мы вещаем в этот микрофон? Мы уже встречаем космос. Второй Новый год уже встречаем, между прочим, да, этим составом. Да. Второй Новый год. И если бы не было вас, наши дорогие слушатели, не было бы этих ключей, то ж кому бы мы их дарили? Мы бы втроем грустные встречали бы Новый год одиноко. Да? Плакали бы друг другу в подмышке. Настроя очень удобно. Играли бы в Анно друг другу. Игра. Вот. А так нам есть пока что кому в Анно и кому подарить, и кого порадовать, и от кого принять. Поэтому, пожалуйста.
Поскольку это последний записной выпуск «Кадовой кухни» в текущем году, в уходящем, я бы сказал. Эх, записной! Эх, эй, записной-то какой, а! Записной! Расписной! Расписной! Раскудрявый выпуск! Ебаный 42-й! Вот. Мы предлагаем вам не расстраиваться и не думать о том, что вас ждет 15 дней тишины в эфире, потому что мы, как и все нормальные люди, начиная с 30 числа, будем страшно пить. Поэтому, друзья, последнее включение «Адовой кухни» в 2011 году произойдет 30 декабря в эту пятницу в 20:00. Будь там или умри. Прямой эфир из офиса Канобу. 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 В 20:00 в эту пятницу приходи или умри. Мы там будем, будь и ты. С вами был подкаст «Адовая кухня». Всего хорошего.